Всем привет, Славик, кукук. Ну кушай. Я только что с работы пришла. Время у нас уже 11:30. Но я сегодня до 11 работала. И сейчас будем только завтракать. Они меня ждали, моя семья меня ждала, пока я с работы приду. Ну, мальчишки, конечно, перекусили уже, но все равно сейчас будут с нами завтракать еще. Замуль уже прибежал ко мне на работу, покупил булочки на завтрак. И Льюис уже очень много съел, Замуль побежал еще сейчас докупит. Вот. Вчера забыла, совсем-совсем забыла, обещала, что спою песню в конце видео. С днем рождения всех ноябрьских. И кого забыла в октябре, там Галя, у Кали день рождения было в октябре. И вот у Ксюши, Ксуникс этот ник. Вот, и я для вас всех спою песню. Сегодня не забуду, вставлю эту песню. Вот. Забыла совсем. Так что посмотрите в конце видео. Слава яички пожарил. Вот сейчас надо на завтрак. Яички пожарил. Яйца пожарил. Сейчас будем вкусно завтракать. Обедать опять у нас, наверное, получится. Обед и ужин в этом месте, потому что сейчас вот 11:30 мы только завтракать будем. Ну вот такие вот булочки на завтрак берем. Ну так по субботам в основном. Так мы тостерный хлеб кушаем на завтрак на неделе. А вот на выходные, если я в субботу работаю, то мы покупаем такие булочки вот такие вот с семечками и простые белые. Нормальные, называется нормальные булочки, нормальные брюки. А это миокорн. Короче, не знаю, как по-русски. Ну, вы сами видите, вот разные семечки. Очень вкусные эти булочки. Все, приятного нам аппетита. Будем сейчас завтракать. И кто с нами завтракает, всем тоже приятного аппетита. Сейчас прозвучит для всех, кто родился в ноябре, и тех, кого я забыла в октябре поздравить, Галю и Ксюшу еще раз. Прозвучит для вас две песни, так как я вчера забыла. Сделаю сегодня две, спою для вас две песни. Поздравляю еще раз всех-всех-всех с днем рождения, с прошедшим, с наступающим, у кого еще будет только в ноябре день рождения. Желаю вам от всего сердца всего самого хорошего, здоровья, любви, исполнения всех желаний и вообще всех-всех благ. Сейчас спою вам две песни. Праздники веселые и разные, в нашей бурной жизни гости частые. В мае, ноябре, январе, красных дней полно в календаре. Только этот праздник свой у каждого, нет на свете праздника столь важного. Потому что он, увы, всегда нам напоминает про года. Этот праздник день рождения, в нем лишь музыка весенняя, как сбывающийся сон, мель вина и песен звон, дом приносит он. Этот праздник день рождения, в нем живет печаль осенняя, потому что каждый год он настойчиво ведет годом нашим счет. В нашей жизни всякое случается, далеко не все мечты сбываются, но встречает этот праздник нас и надежду дарит каждый раз. Смех друзей и переборы струнные, разговоры тихие и шумные. Пусть приходит праздник и беда, что напомнит он нам про года. Этот праздник день рождения, в нем лишь музыка весенняя, как сбывающийся сон, мель вина и песен звон, дом приносит он. Этот праздник день рождения, в нем живет печаль осенняя, потому что каждый год
счастливо ведет годом нашим счет. Этот праздник день рождения, в нем лишь музыка весенняя, как сбывающийся сон, мель вина и песен звон, дом приносит он. Этот праздник день рождения, в нем живет печаль осенняя, потому что каждый год он настойчиво ведет годом нашим счет. Солнце ярко светит, и смеются дети, а мы рука в руку идем с тобою рядом, и говорить не надо, да все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтоб вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб достали жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Я всем желаю мира, я всем добра желаю, и каждому здоровья от всей души желаю. А мне немного надо, хочу, чтоб были рядом и любимые, и вся моя родня. Желаю, чтоб вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб достали жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Солнце ярко светит, и смеются дети, а мы рука об руку идем с тобою рядом, и говорить не надо, так что и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтоб вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб достали жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали, чтоб достали жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Всем большое спасибо и до следующего видео. Всем пока-пока!